Харьковский антикоррупционный центр подкинул тему. Харьковский зоопарк снова получает финансирование. Точнее, его реконструкция. Компания «Жилстрой-1» получила подряд на постройку вольеров для японских обезьян, для оленей, для енотовидных собак на сумму 32 миллиона 810 тысяч несчастных гривен. А примечательно, что по системе Прозора прошла эта закупка этой услуги, этой стройки. Вот только цены подрядчик «Жилстрой-1» не выложил. Видимо, секретные там цены. Ну и зачем нам считать вот это, сколько там, какая плитка стоит, почем ее купили. Это не важно, собственно говоря. 32 810 миллионов списали, и хорошо. А всего мы потратили уже больше 2 миллиардов гривен на наш харьковский зоопарк. Когда же он уже откроется?